не могу еще раз не остановиться около этой хосты и не сделать видео о ней. Эта хоста называется Big Daddy, выведена в 1978 году. Представляете, сколько ей уже много лет? Она крупная, с плотными, сине-голубыми вафельными листьями. Они сжатые, они морщинистые, они жесткие, плотные, они с толстым восковым налетом. Они прям вот все, что можно сказать в наилучшей степени, это все про эту хосту. Смотрите, как красиво вода скапливается в этих листьях, которые периодически в форме чаши. Просто чудо чудесное. Мне эта хоста очень нравится. Одна из моих любимых. Ну, в саду в моем она уже, наверное, лет 12-13. Не устаю ей любоваться. И никакие новомодные новинки не могут переплюнуть эту красавицу. По размеру она крупная. В высоту 60, в ширину где-то 120. Из-за того, что плотные листья, она устойчива к поеданию улитками. У нее быстрая скорость разрастания, красивая форма куста. Ну и, конечно, она подходит для выращивания в полутени, поскольку она голубого цвета. И при посадке на солнце воск выплавится, и она станет зеленая. Это, я считаю, одна из лучших хост в моем саду.